В Брестском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Страницы жизни родного города». Она посвящена становлению областного центра от первых лет его появления по нынешний день. На экспозиции представлено порядка 300 различных предметов. Некоторые из них никто из посетителей ранее не видел. Предки необычные. Это подлинные фотографии 30-40-х годов нашего города, которые были сделаны известным брестским фотографом Петром Трамбовичем. Категория тех, которые нечасто или вообще не видели своего посетителя, я бы на этот раз отнесла подарки и сувениры, которые были подарены нашему городу в юбилейные даты и какие-то годовщины 950-970 лет. Но они необычные. Это предметы, которые дарили нам города Минск, организации, заводы, фабрики. Неизменной остается атрибутика, которая напрямую ассоциируется с Брестом. Символический медный ключ от города, герб древнего Берестия, а также муляж одноименной Библии. Благодаря этим экспонатам можно посмотреть на Брест сквозь призму десятивековой истории. Обозначить через предмет определенные события, факты 10 веков нашей истории. Как то, например, муляж Брестской Библии, который был подарен нашему музею, областной городской библиотеке, музею истории города. Это точная копия одной из сохранившихся, а сохранилось, как мы знаем с вами, свыше 100 экземпляров Брестской Библии. Это уникальное издание, которое вот имеет место быть. Не обошли выставку стороной и брестские филателисты, которые с помощью марок также могут пролить свет на историю нашего города. И хотя сами марки появились лишь в 1840 году, тем не менее, среди экспонатов можно обнаружить письмо, датируемое временами, когда Брест получил магдебургское право. Связи расширялись, и чтобы, допустим, показать принадлежность именно к Великому княжеству Литовскому, показывается две вещи, а именно каменец литовский, как он назывался, здесь Брест литовский, то есть четко показано, что это берестейская земля в составе Великого княжества Литовского. Ну и то, о чем мы говорили, это вот конверт, отправленный из Магдебурга в так называемый домарочный период, с четким красивым гашением. Не могли не вызвать интерес и уникальные снимки из жизни довоенного города брестского фотографа Петра Трамбовича, а также экспонаты, представленные в уголке краеведа. Обо всех элементах выставки можно рассказывать часами. Настолько выставка насыщенная и интересна. Но лучше один раз увидеть. Сделать это можно до 4 сентября.